Здравствуйте! В сегодняшнем нашем обзоре формы для запекания, произведенные под торговой маркой Attribute. Сделаны эти формы в Китайской Народной Республике, но я вам скажу, это еще ничего не значит. Китайское не значит плохое. Формы продаются как в комплектах, вот по три, как я сейчас держу в руках, так и по одной. Поэтому каждая хозяйка или хозяин сможет найти оптимальный размер для себя. Все формы изнутри обработаны антипригарным покрытием. Конечно же, сталь здесь не толстая, да, такая обычная, добротная жесть, которая вот изнутри, да, обработана антипригарным покрытием, и снаружи, кстати, тоже. Вот, поэтому производитель, конечно же, заявляет тут, что он дает 5 лет гарантии, но я думаю, что я бы обязательно влез каким-нибудь ножом и повредил бы это покрытие. Но само по себе, как указано на этикетке, оно не отваливается. Формы могут работать до температуры 250 градусов включительно. Толщина самой формы здесь небольшая, в районе 4 сантиметров. Поэтому, когда вы их покупаете дистанционно, скажем, там, заказываете в интернет-магазине, то вы можете рассчитывать, что вы в них будете готовить. Запас у вас будет где-то 4 сантиметра по высоте, по глубине, скажем так, правильно. Поэтому классические формы сделаны на классическом китайском предприятии, сделаны из нормальной стали, нормальной толщины. Свои деньги они точно отработают. Тут на этикетке написано, что они там соответствуют много-много-много-много-много-много чему. Супербезопасное, суперустойчивое антипригарное покрытие. Я не проверял, честно говоря, поэтому спорить с этими утверждениями я не стану. Мы лишь делимся своим мнением и своими ощущениями, когда держим этот предмет в руках. Средний ценовой сегмент, среднее, с хорошим оттенком этого звучания, да, звучание слова среднее. Неплохое качество, жить можно. Я бы с такими формами работал, без страха там, для своего здоровья. Мы делимся только своим мнением, а вы уж делайте свой выбор самостоятельно. Спасибо за внимание. До свидания.